Всем привет, ребята! С вами снова я, Дэн1000, и сегодня мы будем играть в Custom Steel House за класс лучника. Вот, ну, в принципе, да, мы станем лучником на одну катку, вот, и будем, короче, крутыми. Но мы же не просто станем лучником. Ну, как бы, если бы мы просто стали лучником, да, то, в принципе, ок. Мы бы просто взяли классно, мы бы дальше играли с помощью мечов и так далее. Но у нас челлендж, короче, без трезубцев, без мечей. То есть мы, как только видим какой-то трезубец и меч, то есть мы его не берем, вообще даже не берем. То есть мы будем играть чисто от лука. Посмотрим, выйдет у нас, победит или нет. Но, конечно же, ставим лайк, подписываемся, пока не поздно. Пока еще их не удалили с ютуба, по факту. Вот, ну и у нас, как бы, первый раунд, мы быстренько такие вот проходим. И у нас сейчас выбор вещей, мечи мы не берем. И тут как бы или же алмазные поножи, или же алмазные ботинки. Давайте возьмем алмазные поножи. Вот так вот. В принципе, это будет довольно-таки сложно, так как мобов убивать без меча, ну, это что-то с чем-то, особенно боссов. Вот, ну, опять же, если нам жестко повезет с вещами, то это все же реально возможно. Итак, опять же, выбор вещей. О, лук, ну, наконец-таки, да? Правда, ну, как бы было бы логично. Если бы он не выпал, то это было бы реально нелогично, ибо я лучник. Вот. Но теперь мы будем его чисто так вот прокачивать. За дуэли я так-то не сильно боюсь, хотя боюсь того, что у меня появится много отцов. Вот. Ну, а так, по-другому никак. А вот, не боюсь. Но на самом-таки деле, то есть, с лука играть реально возможно. Тем более, с тебя увеличенный урон. И если у тебя прокачан сам лук. То есть в основном все качают меч, если у тебя прокачан будет лук, то ты тоже будешь довольно-таки жестким. И с одного выстрела с лука будешь носить очень много хпшек. Плюс ты можешь улетать с помощью перышка. Перышко будет реально жестким. А вот, и понадобится нам. То есть как-то так. Первая дуэль. Мистер Пандин против Бэт Стоп Мега. У первого трезубец плюс лук, у второго, ну, я думаю, все же первый должен победить. Вот, поставлю на него все, давай, поехал, мистер Пандин. Ну, кстати, я даже не знаю, кто из них выиграет. Ок, да? Ну, посмотрим. Нет, мы проиграли ставку, ну как нам тащить? Так, ну тут зелье регенерации, естественно, мы берем. И все, да? А, у нас получилось... Не, ладно, медлительность нам тоже важно, как мы с лука, поэтому... Мистер Пандин, ну, как бы ты уже рослил, и второй раз не хочу на тебя ставить, как бы. Хотя у тебя там зелья сила. Не-не-не, иди гуляй. Я поставлю на Муе. Муе должен затащить. Вот, ну, у нас сейчас будут ифриты. Я думаю, мы их довольно-таки просто... короче, вынесем, вот, все же это обычные, самые обычные фриты, вот, просто расстреляем, и мы их выносим, плюс нам может выпадать иногда книга, вот, книга, это тоже круто, так, есть, книга, а, книга апгрейда, серьезно, то есть, ну, конечно же, мы ее потратим, о, мы дуэлимся, вот, ну, ладно, в принципе, окей, тогда давайте мы сразу же ее потратим, ибо тянуть-то нечего, потратим, давайте на лук, ок, да, лук мы прокачиваем. Вот, тут уже будет реальный смысл качать именно сразу же оружие вместо брони, хотя броня тоже довольно-таки нужна. Он пишет в чате, я отойду. А вообще-то отходить как бы на дуэлях запрещено. Да. Дэн, жду резню. А, так как, ну типа, да, луком порежу. Жестко. Так, ну, хотя бы регенка, если что-то я могу убегать. Вот, регениться, но у меня нету ни шипов, ничего подобного. Так, он на меня бежит. А, у него есть шипы. У него есть шипы, я сам себе замедлил, помогите. Убивают. Нет. Ну как мне побеждать? Да. Не посмотришь, что у него меча нету. Гений мысли. Так, ладно, выносим. Ну, нет, выйди отсюда, разбинок ты. Ассасины вот эти вот для лучника вообще ненормальные какие-то. Я не знаю, как против них прокаться. Ну, типа, это ассасин. Это уже с первых ката, короче, потно как-то тащить. Это жестко, короче. Ну, я как бы затащил, но я так дальше не смогу тащить. Как бы.
Да, Руденплей, кстати, молодец, он не хотел на меня, скорее всего, ставить, он не посмотрел мои вещи. Но в итоге, как бы он победил, это, короче, жесть какая-то на самом-таки деле. Ах, мы против Мови, да, опять, ну это уже Титан, хотя бы Титан. Эх, ну мне придется, короче, его изначально замедлять, вот. Кстати, у нас лавовая карта, это нам очень сильно даже повезло. Ты куда бежишь? Я не мысли. Не. Выйди, 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 выйди отсюда, разбойник ты. Куда бежишь? Все, падай, падай кому. Да нет, ну ты чё, с ума сошел? Я не знаю, как это комментировать. Я такие подобные катки, я не смогу комментировать просто. Тут пот с самого начала. Он псих еще кто-то. Кто псих? Я псих? Я не псих, помогите, убивают, убивают. Блин, как жить, как выживать? Не, все, все, минус я. Он, во-первых, Титан. Вот. Не? Не-не-не, не перепрыгивай, мужик. Не надо, дядя. Не надо, дядя. Поплавай, я не мысли. Так, кидаем просто, застреливаем его. Он, правда, регенится, у него регенка, но мы все равно стараемся. Мы сможем победить. Мы победили. Второй раз уже чисто с лука. Это просто замечательно. Но с вас лайк, естественно, за так, ну типа, я не знаю, что будет дальше, естественно, но тут капец какой-то, вот, так, тут в обоих шипов, как мы можем заметить, ну, обои шипы, а, кстати, у алмазный меч, ладно, я тут даже не знаю, на кого поставить, побед в дуэлях один, ладно, best top mega, я на тебя ставлю, я поставлю все, ну, вы сами видите чат, как бы пока что отцов у меня больше не стало. Ладно, погнали теперь на скелетов. Блин, эти еще скелеты, ай-яй-яй. Они могут меня убить. Ладно, но не в начальных, скорее всего, дуэлях, но все равно. Так, убиваем. Две книги подряд вы в этом видите? Плюс книга здоровья, плюс книга регенерации. Это что за фигня? Так, best of mega, давай, тащи. Я на тебя вообще-то все деньги поставил. Сейчас шансы равны. Это мне немножечко не нравится. Не, ну вы видите. Фух, сейчас. Ну да, плюс-минус равные шансы. Капец, короче. Best top mega. Best top mega. Давай, тащи. Ну не класс же. Вы посмотрите просто на количество жизни у первого и второго. Три жизни. Минус 2600. Нет. Ну куда? Ну куда уже столько уже? Я не знаю. Как тут жить? Как жить? Как здесь жить? Как вы живете? Ладно, Best of Mega против Foggy Candy. Блин, ну как ты слил? Ну как слить тут можно было? Я сейчас потерял абсолютно все вещи. Ничего что-то не... Да, я да, ничего не прокачал даже за эти золота. Я его просто... Ну почему у меня вот такое вот наказание? Ага, еще я сам себя. А, ладно, в принципе, а как мне тащить? Ну ладно, давайте. А, я знаю, нужно убегать скорее всего. Потому что эти. Вот сейчас будет самые жесткие мобы именно чешуницы. Потому что жестче чешуницы я пока что не знаю, кто может быть. Именно для меня лично. Вот. Ну как бы да, чешуницы самые жесткие, потому что их очень много, и они плюс-минус еще по здоровью нормальные. Вот, поэтому как бы да. Поднимаем понемногу денег. Так, у нас Моуси против Тина Микс. Я думаю, все же первый победит, да? Потому что как бы, как-никак, у него хоть и победы и поражения в дуэлях по одному, да? У него вещи сами, ну, как бы лучше, чем вот этого вот. А тут хоть и шипы, опять же, да, но по броне как бы вроде как все лучше у этого игрока. Поэтому я на него и поставлю. Вот как-то так. И чтобы вы поняли, мне уже сложно проходить волны. Это капец, короче. Это жесткий очень ультра челлендж. Я, если что, его записываю с первого раза. Если это видео получится, я буду в шоке. Вот. И, в принципе, ладно. Трезубец. Я хотел уже его брать, если что. Я уже реально хотел взять трезубец. Так, давайте посмотрим, какие у меня... Блин, да что вы делаете? Помоги. О, так, нагрудника у меня нету ботинок. Ну, давайте возьмем железную кирасу.
Фоги Кэнди против Тина Микс. Тина Микс, да. Тут побед дуэли 2, поражение 1. Тут... Ну, по винрайту судите, если по винрайту. Но тут даже по нетворсу нужно судить, правильно же? Если ты сейчас сольешь, если ты сейчас сольешь, я выхожу отсюда, давай. Поехали. Так, а, точно, я хотел уже активировать, чтобы поебить их. Ладно, давайте, в принципе, у нас работает замедление, но урон уже не хватает, как бы. Если бы я быстренько уже бы их закончил и все, то сейчас теперь нам... Я не знаю. Это все. Это F. Это F. Я уверен почему-то, потому что это видео не получится уже. Почему же? Может, потому что я слил опять деньги? Нет? Скорее всего, нет. Я против Руденплея. У меня даже нет ни шипов, ни прыжка. Эх, и Руденплей. Да. То, что я хотел. Естественно. Эх, ну, придется как-то жить. Я не знаю, как это вообще возможно. Ну, я даже прокачать ничего не могу. Да, 7600 шипы. Все как положено. У него хотя бы есть оружие? Да. Не, у него есть трезубец. Ну, ладно. Я ждал этого момента, он пишет 10 лет. Я не мысли, короче, изначально уже по мне попадает. Ну, я на тебе 1000. Ультра хорош? Ты слил. Могу тебе это заявить. Еще и баланс. Балансная арена, если... Это, короче, все. Это по-любому слив. Я хоть и по нему смогу сливать немного жизней. Ну, точнее, не сливать, а как бы попадать по нему все дела. Вот. На, короче, держи. Держи стрелы. На еще. Но это нереально. Это нереально. Как бы он пытается мансить, как бы... Пытается откилиться, но я не думаю, что у него что-то получится, короче. А, он активировал шипы. И что это такое? На. Что ты хотел? А, точно. Я уже хотел переходить в ближний бой. Я гений, короче. Так, ну, достреливаем его, в принципе. Вот. Да ты что мансишь, гений мысли? Так. Куда ты? Что ты делаешь? Ладно, попали. Попали. Нормально. Нормально живем. На. На. И еще остается два. Два. Два КП у него остается. Один выстрел. Уже не один, скорее всего. Эх. Круто. На. Мы победили. Все. Я не... Хотя, блин, Руденплей... Не, 8000 против 9. Ладно, не. Я все, я иду сюда, короче, и покупаю шипы. Ну нафиг эти ставки. Так, я остается немножечко, чтобы поставить. А, не, ну подождите. Тут как бы тоже. Эх! Рискну, рискну, рискну. Вот кто не рискует, тот не знает, что не делает. Короче, поехали, пьем зелье регенерации. Ага, как, на каких мечах вообще? Вообще-то у меня челлендж. Какие мечи? Вы что, с ума сошли? На, добиваем, короче. Теперь тебя добиваем. А, меня же, а, меня, я активировал же шипы, точно. На. Кто лучник из нас лучше? Мы лучше. Не, если, короче, меня... Что с ставками не так? Я не могу понять. Так, выбор вещей. Алмазные ботинки берем, потому что это недостающий элемент. Как бы у нас в броня, кроме нагрудник, как бы фигня. Best of Mega против... Не, тут естественно. Я... Если ты сейчас сольешь... Ну ты не можешь слить, у тебя 16 тысяч нетворса. Ну как ты можешь слить? Я этого не понимаю. То есть против 4 тысяч всего лишь-то ты должен победить. Да. Чё-то я хвастался и умер. Вот видишь, а я на тебя так и поверил. Ты такой уверенный прям был в чате. Я такой, все, ты победишь. Да, победил. Ах, ладно. Ага, мне даже тут как бы шипы не помогут, скорее всего. Ну, типа, я попытаюсь сейчас от шипов поиграть.
Но я не думаю, что что-то у меня получится. Вот. А, хотя подождите, а меня не считай ничего даже не дамажит. Вот что я могу сказать. Но все же прям возле них стоять постоянно не получится. Но я не долго. Ну, как бы. Ладно, давайте. Достреливаем наконец-то их. И все остаются по одному выстрелу. Вот так вот мы завершаем волну. Как ты слил? Что с танками не так? Я не могу понять, почему он проиграл с таким количеством нетворса? У него было 16 тысяч нетворса против 4 тысяч. Что за фигня? Как? Как можно было слить? Чё? Куда я попал вообще? У нас сейчас босс. Как мне его тащить? Вот как? Я не представляю, как я буду сейчас тащить босса. Даже не могу представить. Ладно, поехали. Что нам остается-то? На. Мы даже... Если что-то, у него нету даже замедления, скорее всего. Да. Так, ну мы промазали замедлением. Начнем с этого. Да. Как я буду тащить? Вот как мне тащить? Как мне тащить этого босса? Куда я попала? Я не хочу плакать, но кто-то там говорил, что он хочет плакать. Так вот, вот тут вот это самое время, когда нужно плакать на самом-таки деле. Ибо я не знаю, как тут тащить. Да, конечно, мы разваливаем босса потихоньку, но... Ха-ха, бедный Дэн. Да, бедный Дэн. Очень бедный Дэн на самом-таки деле. Я... Тут как бы, я думаю, о, все, усиление, поехали, да, как бы. Да, блин, он меня достает, он меня достает. Дэн сдохнет 100%, 100%, 1000 прям процентов, миллион. Вы видели просто, как мы затащили, не проиграл ни одной жизни с лука чисто. Ху-ху-ху. Ну, это на уровне невозможно, на самом-таки деле. Ну, вы сами все понимаете. Так, насчет ставок. Я уже ни в кого не верю. Я поставлю 50 золота. Тут удивляется, естественно, в чате, но как бы я... Это не удивление, это везение. Ну, типа, я... Мне оставалось там вроде как одна жизнь. Одна жизнь всего лишь, да? Эх, да, и опять те, против которых мне будет сейчас сложно играть. Ну, как бы давайте мы сейчас возле них постоим. Вот, и будем стрелять именно. Все, давайте убегаем. Нам уже хватит стоять возле них. Вот, и теперь просто расстреливаем сдалека. Вот. Ну, стараемся расстреливать сдалека. Как бы. Да, мы опять проиграли. То есть мы еще ни разу, ну, почти что ни разу. Ладно, мы выигрывали несколько раз. Ну, там, блин, мы то, что выигрывали, это минимально. А так, в основном, мы всегда проигрываем в ставках. Короче, нам сегодня в ставках не везет. Как-то так. Ну, в чем-то не везет, в чем-то везет, да. Да, эти пауки жесткие, реально. Если бы у меня, если бы я те деньги, которые просрал, потратил на что-то нормальное, ну, как бы, хотя бы минимум на прокачку лука, вот, то все. На. Я не знаю, как тут жить. Как здесь жить, как вы живете, но вроде как мы должны справиться. Да. Ах, Руден против Тимати. Так, о, выбор вещей тут мне дают алмазную кирасу. Вот мне повезло на самом-таки деле с вещами. То есть у меня уже фул алмазка. Как бы. Уже круто. Так, у нас Руден Плей против Тина. Давайте на второго стол. Я не знаю. Вот. И сейчас будем копить, короче, на прыжок. Да. Ну, я бы мог прокачаться, но мне тогда на дуэлях капец будет. Понимаете? Поэтому мне стоит все же немножечко повременить с прокачкой, хоть и уже 17-й раунд, и стоит прокачиваться, но мы не можем. Еще чешуницы эти. Зайти шипы. Ну, я хочу взять лук. На. Понимаете? Я, в принципе, хоть и стреляю, но... Как, а, подождите, не, все же они выиграли, ну, я выиграл чисто от шипов, да, ну и от брони, естественно, также.
Да, мы выиграли немножечко денег, но это как бы ок. Да, и как бы у нас сейчас дуэль, и мы покупаем прыжок. Все, ну с прыжком мы должны, в принципе, что-то показать на самом-то деле. Мы против Моисея. У нас 6 тысяч нетворса, при том, что мы играем только с лука. Тут 14 тысяч нетворса и нету никаких ограничений. Вы понимаете, в чем дело. Ну как бы хотя с другой стороны. У него что-то с вещами не так? А, все, он прокачивает свой меч. Он прокачал свой меч. Поехали. Да. Я ему снимаю намного меньше, чем снимал раньше другим игрокам. Да, значит, продолжим. И, в принципе, ну хотя, с другой стороны, у меня есть теперь преимущество насчет того, что было раньше. Насчет, ну, я говорю про прыжок. Да? Вот, и продолжаем. Я забыл немножечко активировать, как бы, взрывное зелье замедления. Да. Ну вот куда ты бежишь? Как ты хочешь что-то показать? Не, все, пока, пока. Всем пока, ребята, меня убивают. Я могу постараться чисто от урона выиграть, но я не знаю, ли у меня вообще получится. У него, если что, реген чисто работает очень даже хорошо. То есть насчет убить я даже уже не думаю. Но вот чисто насчет урона я думаю все еще. Вот. Как бы пока что я ему наношу довольно-таки много урона, хотя бы 2 хп, но однако мы это делаем довольно-таки часто. Вот. Да. Ну и как бы вы сами все можете наблюдать. Вот. На! Улетаем. Какие шипы? Ты что, с ума сошел? Да нук надо было прокачивать. Как бы я тебе его прокачал, если у меня проблемы насчет этого? Да, конечно, стреляем. Бей меня, мужик, бей, бей. Я только рад этому. А, я 6 секунд, короче, ладно. Все равно убежали. О, минус, минус, минус регенка. Вот сейчас будет уже капец. Улетаем. Да иди гуляй, гений мысли. Как мне тебя убивать? А, когда, блин. Я не разговариваю, потому что это... Ну, вы сами понимаете, это очень сильно жестко. Как тут играть? Не, ну мы его вроде как оттолкнули сильно. Хорош, да? Я думаю, мы уже победили, но... Да, попробуй, попробуй. Да, добей, добей, бей, бей меня, естественно. Да, ты сам активируешь шипы. И все. Это как бы... Я победил. Я победил по урону. Опять. И сейчас у нас BS Top Mega против Руденплея. Это капец. Я не знаю. Это чисто везение. Хотя у нас вроде как еще не было ни разу поражения. Что как бы заслуживает опять же лайка вашего. Но как-то так. Думаю, прокачка лука не помешает. Так, и Best of Mega против Ruden Player. Best of Mega. Блин, я не успел поставить. И у нас сейчас будут чешуницы. Опять пот, каждый раз пот. Я не знаю. Давайте, юзаем шипы и начинаем их бить. Ну, как бы. Другого выбора у нас нету. Вот. Да, и мы их уничтожаем. Плюс книга апгрейда нам дали. Мы его, естественно, используем на лук. Далее у нас, получается, и выиграл Best of Mega. Дальше Моисей против Тинамикс. Тинамикс 12 тысяч нетворса. 19 тысяч. Тут, ладно. Тащи. По вещам ты лучше Тинамикс. Вот. А сами мы прокачиваем оружие лук. Вот так вот. И далее еще можем прокачать на первый левел всю нашу броню. Все. Больше мы ничего сильно так и не сделаем. У нас сейчас будут зомби.
сразу же пьем зельку, как бы, и кидаем у них вот так вот все зелье замедления. Ну и теперь просто у них стреляем, короче, и на шипы их байтим. Вот. Вы просто нулевые челы. Вот. А, они мне хоть так сильно так и не сносят, поэтому просто можем вот так вот по ним стрелять, и все. Рудный плей завершает волну. Молодец, естественно. Но как бы нам повезло с броней пока что. Ну, пока что мы будем тащить, а вот что дальше, я тоже не могу представить. А выбор вещей тут нам нечего взять. Поменяем предметы. Так, тут опять же ничего. И опять смена предметов. Ну, тут как бы взрывное зелье отравления. Ок. А мы против Руденплея. Да, круто. 11,5 тысяч нетворса против 7,7. То есть мы бы хоть так даже по нетворсу проигрывали, а тут еще мы, у нас ограничения. Так, капец. Пьем зельку. Куда, ну что ты делаешь? Я не мысли, опять же. Давайте мы начнем по нему стрелять, хотя у нас уже мощь 4. Так, ну давай. Влетаем тоже. Опять же, пока что мы не кидаем в него зельки всякие. Но мы уже снимаем намного больше, могу вам это сообщить. Вот, и у него нету регенки, то есть убить мы его, в принципе, можем попробовать. Да. На. Е, ты отравился, ну хотя бы отравился. Он не замедлился, вроде как, но хотя бы отравился. А, у нас когда? Ну ок. Мы все равно-то отпрыгнем. Эх. Шипы, в принципе, нету смысла, а вот сейчас теперь есть смысл. Я про что и говорил, в принципе, мне тоже не нравится, когда челы просто улетают вот так вот и с лука стреляют, понимаете? Я представляю просто их. Так, юзаем шипы, вот, и продолжаем, в принципе, по нему стрелять. Да? Как тебе такое, да? А? Как? Ах, думаю, у него остается 6 кп, лол. Пока. Удачи. Удачи. Минус жизнь, короче. И тут опять же выбор вещей. Да. Ничего. Тут дуэль как бы. 25 тысяч нетворса против 12. Но, как мы знаем, нетворс уже так ничего не решает. Я поставлю 500. Я его верю. И у нас сейчас будут ифриты. Хочу лук день первый. Ну, как бы, возможно, после этого видео станут больше играть с лука, или же что-то типа подобного, вот. Но я не думаю, что прям много людей, прям все абсолютно, потому что, как-никак, это только усложняет игровой процесс, луки именно. Ладно бы, ну вот на Java, я вот играл на Java Custom Steel House, тот же самый. Блин, ну не мне, а чё вы так сильно сносите, Сейчас сольюсь вам. Это же кринж! Это кринж, сливать как бы именно ифритом. Это кринж. Кринге! Нет! Я не хочу кринжевать! На! Капец, они снимают, однако. Хоть и у меня регенка, но как бы что-то ифриты жесткие. Я всегда представлял их совсем другими, а тут вот так вот. Так, ладно, мы их уничтожаем, и теперь Best of Mega против Руденплей. Мы, кстати, выиграли ставку. И тогда был Моисей против... Ага. Ставим все на Best of Mega. Если ты сольешь каким-то чудом. Хотя я уже столько раз уже говорил. Ладно. Вот. Бесит еще то, что и нет лагает. Бывает. Эх, ну, и у нас сейчас будут поляны медведи. Как играть? Помогите! Так, пьем зелька регенерации. Накидываем. Юзаем. Стреляем. Все. Вот такие вот гайды для поражения вам только что рассказал. Ладно, ну, в принципе, пока что мы их вроде как тащим. Они меня сильно сносят? Сильно. Вообще-то довольно-таки даже сильно, поэтому все же отбегать при возможности я буду. Вот. Медас на игроках не работает. Так, окей, а не должен был работать. Естественно, там же... Ну, это логично. Ладно. И, так,
стреляем по ним. Но это скорее даже, ну, не такое, как бы, возможно, непродуктивное видео, ну, типа, я меньше разговариваю, больше, как бы, как будто что-то... Ой, я же постоянно беступ мегу, кстати. Тащи, тащи, еее. Плюс 4400. Так, тут выбор вещей, мы ничего тут не берем. Ну, да. И беступ мега опять против Руден Плей. Давайте попробуем поставить все опять же на бестоп мегу, хотя нет, я все не буду ставить. Я поставлю 1000. Как-никак он может слить. Вот, и все остальное мы как бы кидаем прокачку. Скорее всего даже прокачку брони, так как мне нужно сильно так качать броню. Вот, а также купим... Не, книга урона еще не выгодна, вот после того... А, все, ну ладно, в принципе, неплохо. Я ему по 0.7 даю. Хорош, ультра-хорош, ультра-супер-мега-хорош. Да. Блин, я сам себя замедлил. Я гений мысли. Я себя отравил! Почему? Ладно, в принципе, разницы сильно так нету. Насчет этого. То есть, у меня быстро довольно-таки это все прошло. А вот у них долго. Еще они мне, опять же, тоже довольно-таки много сносят, я вот заметил. Но это еще терпимо. То есть, те же самые мишки уже нетерпимые. Все, мы их уничтожаем. А, мы выиграли ставку, опять же. Ну, это, конечно же, все круто. Теперь мы уже начинаем выигрывать, да? Ну, я пытался, хорош. Так, сейчас против Моисей. 500. 250 оставлю, ладно. И прокачаем еще... так, лук, во-первых, вот так вот. И все, думаю. Больше нам прокачивать сильно так не стоит, я думаю. Вот, и сейчас у нас будут скелеты. А, и довольно-таки жесткие. Я знаю, что нужно купить. Все! Если бы я, скорее всего, не купил, я бы сейчас бы слился. По факту. А, блин, точно. Точно. Сливай. Ага. Далее мы юзаем шипы. Шипы. Ладно. И докидываем их вот так вот. Ах, завершили волну. Ну, как бы с Мидасом мне будет намного попроще, как бы. Я думаю, вы все понимаете. Поэтому я буду его теперь юзать. А, еще вот так вот сортировка, точно. Вообще не помешает. Итак, опять выиграл. 23 тысячи. Не, я тут проиграл. А, так, Динамикс. Best of Mega. Тут вообще не знаю. Как бы... Я тут проиграл. Но вы видите, сколько они поднимают? Да? Я столько не подниму. Ладно, юзаем шипы, юзаем медас. И начинаем как бы расстрел. Расстрел! Ладно, в принципе, я думаю, это уже можно сделать будет после шипов. Так, естественно, мы кидаем. Мы кидаем. А, ну, отравление на нас работало. Ну, сейчас оно пройдет. Вот. И начинаем их как бы расстреливать. Так, пытаемся отбежать. Да, минус Руден Плей. У него там по минус 90 от урона и от жизни, поэтому, в принципе, логично. Я им по 0 хп даю. Да, бывает, бывает. А я хотя бы по 12, но как бы периодически могу что-то сопротивляться им. Да. У нас остается 4 паука, как я понимаю. Да, 4 паука. 4. А у нас уже скоро будет усиление раунда. Как жить? Как выживать? Все. Все, началось. Началась вакханалия. Вот. Так, юзаем. Все, есть. Фух. Я держусь на чем-то непонятном. И победит Моно или Момо или Дэн. А как я могу победить? Как? Ну, как мне с таким вот нетворсом? У них там по 50 тысяч, по 40 тысяч, у меня максимум будет 10 тысяч. Как мне с таким нетворцем, как у меня без меча победить? Я лично не знаю, как это сделать. Вот реально не могу знать. И особую опасность мне предоставляет Динамикс, так как он ассасин. Все остальные плюс-минус ок. А у Динамикс это ассасин. Кстати, мы выиграли ставку. Так, выбор вещей, давайте мы... Кстати, я поставил 250, то есть, ладно. Давайте возьмем это. Да, и мы против Динамикса. Зачем я это сказал?
Да, прокачка оружия. Что не, оружие мы пока прокачивать не будем. Тут скорее нужно покупать уже книги урона. Ну, типа одну книгу урону, все ок. И против Тинамикса 60 тысяч нетворса. Когда у нас 22 дня. Откуда у нас, кстати, 22 тысяч нетворса? Я так и не помню. Но это хорошо, что у нас хотя бы какой-нибудь нетворс есть. Так, что ты делаешь? Не знаю. А, ты пьешь дельки? Окей, пей. Лучше бы, конечно же, не пил. Лук осуждаю, убери лук. Я только должен с лука стрелять. Хотя, с другой стороны, он ассасин. Я, в принципе, могу попробовать его перестрелять. Он берет в руки деревянный меч. Вот только без деревянных мечов. Я деревянные мечи осуждаю. Нет, не надо, дядя, пыш! Улетаем. Так. Ок. 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 На. Ну да, юзай шипы, естественно, молодец. То есть, ну, как бы ок. Но он меня будет догонять, если что. Он меня будет догонять за помощью ассасина. Да иди гуляй со своим луком. Меч луком. Что я только что сказал? На! Не стреляй по мне! Я только тут должен быть лучником. Ты чё, лучник? Ты не лучник, у тебя класс не лучник. Алло, мужик. Он бежит, он бежит. Да, конечно, летим. Эй, что я сделал? Я... Капец, капец. Да, по 2 кп сношу с выстрела. Как вам такое? А, я активировал шипы. Бей, бей, бей меня. Бей. Конечно, молодец. А, все, у меня минус регенка. Да. Пот, пот. На, куда летишь, молодой? Так, хорошо. Ну, хотя бы урон меня немного спасает. Уже хорошо. Ну, как бы у меня плюс 18% к урону. Вот, это... Как он по мне сейчас только что 2 раза подряд попал? Чё за фигня? Как я по нему сейчас 4 раза подряд попал? Я от этого тоже, кстати, не знаю. Но ок. Ты будешь... Нет, ты не будешь прыгать, я сам прыгну. Да, ассасин это еще та штука. Да. Как мне его побеждать, я не знаю. Ну, в принципе, у него сейчас 2 хп. Ок, мы его победили и сняли ему жизнь. Но это было жестко. Best of Mega против Моисей. Best of Mega. Тащи. Тащи. Просто тащи. Мне жалко Тинамикса, потому что он после поражения ливнул. То есть, кто-то на Тинамикса до сих пор ставил, то есть, видите, 636 золота. Да, молодцы, конечно, ребята, но тут реально без шансов у меня, я постоянно что-то выигрываю, это странно. Я должен проигрывать, а не выигрывать, как бы, логично. Вот. Но как-то получается совсем в обратную сторону. Вот. Так, и у меня тут только на шипы ставочка в победе нашей. Все, шипы кончились. А, подождите, какие-нибудь мысли? Понял, короче. А, Best of Mega проиграл. Best of Mega проиграл. Я сколько уже слил денег? Сколько я уже слил денег? Я не знаю, я не могу назвать это число. Это число просто выше всех моих расчетов в математике. Я не знаю, как это описать. Че он слил, то он всегда побеждал. А именно когда я на него поставил все деньги, он слил. Как он узнал то, что я на него все деньги поставлю? У нас сейчас будет железный голем, у которого 500 кп, который жестко сносит. Как мне его побеждать? А, пьем зелье регенерации.
Вы же понимаете то, что я проиграл этому железному голему? Юзаем шипы и пытаемся хотя бы как-то от шипов сыграть. И хотя бы надамажить ему часть урона. Все, минус я. Минус я, просто минус я. Чекайте. Просто чекайте, ребята. Да. Мне нужно до усиления как-то дотащить, иначе мне будет капец. Я только что это понял. Пытаемся затащить до усиления чисто его. Все, больше я не смогу. У него остается, если что, 100. Он еще и продамажил ультра. Все, минус я. А у меня еще 10 секунд. У меня еще 10 секунд. 3 секунды. Я... Да, тут минус я. Минус я, просто минус я. Активировал шипы. Все, у меня только на этом надежда. На шипах. Все, мы... Мы победили. Чисто с лука. Я не знаю, как у нас это получается. Но если бы не ваши лайки в начале видео, мы бы не затащили его. И у нас сейчас будут эфириты. Интересно, как их победить? Мне такой же урон наносят, что прям капец. Я без шуток не знаю, как их побеждать. Ладно. Ну, хотя бы в шипы, да. Как бы в шипы, ок. Но у меня шипы прям не настолько жесткие, чтобы их постоянно включать. Ага, по минус 3. Хотя по минус 3 хп, ладно. Но... Как бы... Могу я вроде как продержаться. Так, и у нас остается последний фрит. Мы по нему стреляем. У него остается 100 хп. Он пытается мансить. Вот и фрит. Это единственный моб, который тут хотя бы немного мансит. Все остальные какие-то, да. Вот. Ну ладно, мы его побеждаем. Выбор вещей. Ничего нормального. Я против Моинсей. Да, ну давайте прокачаем немного броню. Не, ну только нагрудник, я думаю. Хватит, в принципе, нагрудника. И мой 37 тысяч нетворца. Против каких? Против каких? 22 тысяч. 37 против 22. 7 побед у него, если что, в дуэлях и 2 поражения. Поехали. Просто поехали. Попытаюсь, конечно же, что-то сделать, но не уверен. Он мне снял очень много хп. Намного больше, чем я ему снял. Все, минус я. Чисто на луках тут ПВП даже... У меня нету шансов. У меня просто нету шансов. Я уже все, отлетаю. Я уже просто отлетаю. Я никак ни в ближний бой не смогу пойти. В дальнему я проигрываю. Чисто по урону. Все. Тут вот и в этом аду у меня будет минус жизнь. Короче. Так вот. А потом еще минус вторая жизнь полетит за первой. И минус третья. А потом или же проклятие, или же я на мобах садюсь. Одну из двух. Да. Ну что? Да, ты всего лишь-то раз попал, короче, чем и сделал так, как будто я по нему... урон такой же сделал, как я бы по нему 3 раза стрельнул. Да, молодец. Молодец. Красавчик просто. Я думаю, вы уже поняли то, что тут у меня нету шансов. Ну, я, в принципе, это уже и говорил. Да. Тут уже просто перестрелка. Да. Я, если что, ну типа плюс-минус 1 к 1, но у него урон как бы жестче. Вот и все. При том, что я лучник. Почему же так? Интересно, да? Как бы тебя победить? У меня 2 раза подряд попал. И минус регенка еще при этом. Давай попробуем хотя бы вот так вот отыграть. Попытаемся попробовать. Все. Ну и теперь он активировал шипы. Не, я помансить-то могу. Вот, мансить я могу. На самом-таки деле.
а что дальше-то мне делать? Интересное дело. Ну и все, мне нужно чисто тянуть время, потому что, как бы да, я буду просто мансить. Урон как бы как-никак нормальный, поэтому нужно именно вот так вот все и делать. Вот. У меня вроде как сейчас урон в при... Как ты по мне попал? Гений мысли просто. Я пытаюсь отыграться. На. Еще попал. Все, я вроде как отыграл тот урон, который он сделал. Но я все равно... 4 урона, 4 урона, понимаете? 4 урона не хватило. 4. Ну, как вы видите, я вроде как и лучник, а он что-то меня выиграл. И даже он не лучник, вот видите, он титан. Да. Окей, зомби, поехали. Чё, зомби? Будем играть, короче. Вот, первым делом пьем зелье. Теперь кидаем это, кидаем это у них. Юзаем шипы, юзаем мидас и поехали. Что-то это вытворять, конечно, с ними. Но тут как бы он меня выиграл. Ну и это начало конца. Как бы. По факту. Ах, ладно. Не фартануло, не повезло. Топ-3. Ну хотя бы топ-3, кстати. При этом, ну, как бы, если я чисто с лука и топ-3, это хороший результат, тем не менее. Вот. Прокачка брони нету смысла. Хотя, или же есть. Не, нету. Ок, да. Давайте мы сейчас подождем теперь еще чешуйниц. Итак, пьем зелье регенерации. Бегаем. Кидаем. Кидаем. Ага, и на меня это даже сработало. А, это я бью по... Я по привычке начинаю их бить, понимаете, в чем дело? По привычке, это чисто привычка такая. Вот, ужасная привычка, но, скорее всего, даже нет. Потому что, ну, я же не каждый раз буду, как бы, играть с лука постоянно. Пестоп мега ливнул. Остались один на один. Блин, и это тот, который меня побеждает с лука. Это топ-2, скорее всего. Ну, как бы, ок. Так, ну, скорее всего, у него что-то там произошло, что он как бы ливнул, я не думаю, что он это сделал специально. Вот, книга апгрейда. Это неплохо, кстати, потому что мы прямо сейчас улучшим свой лук. Так, прокачка оружия, лук. Ага, за бесплатно, между прочим. И у нас сейчас будет против Моисея, давайте купим книгу урона. И давайте посмотрим на мою статистику. 6 побед в дуэли и 1 поражение. У него 8 побед в дуэлях и 2 поражения, как бы... Плюс-минус статистика одинаковая. Вот. Насчет этого. И, в принципе, он меня побеждает. Он побеждает меня с лука. Это для меня лично печально. Поехали. Постараемся что-то ему выдать. Какой-то урон. Да. У нас все же как-никак есть шансы. Ой, мы, кстати, дамажим так уже неплохо. Я могу вам сказать. Да, он тоже так-то неплохо дамажит. Я с этим тоже соглашусь. Уже он меня выигрывает по урону. Молодец, естественно. Но мы сейчас должны отыграться. Мы должны просто отыграться. Так. Хотя можно, в принципе, попробовать выдать ему чисто от шипов. Попытаться. Давайте мы сейчас попробуем чисто от шипов выдать. Он бегает, он увидел тебя или что? Нет, он не увидел. А как ты так начал бегать? Удачливо. Да, все. Мы больше ничего ему не сделаем пока что. Временно недоступно. Временно недоступная это я опция. Вот, это опция. Так, ну сейчас все, у него шипы кончились. Еще попали. Хорош. Ультра супер мега хорош. Так. Это дуэль на луках. Когда вы такое еще видели просто? Дуэль на луках в протяжении 3 минут. Он на дальнем расстоянии лучше, чем я, попадает. Да, это как бы видно. И он специально отдаляет, скорее всего, даже расстояние. Теперь приблизил. Ну, короче, он экспериментирует. Это нормально. Да, он во мне попал. Хорошо прицелился. Есть, мы тоже попали. Хорош. Он бегает.
Он бегает, что-то делает. На. Ага, как тебе такое? Пока что мы вроде как лидируем, но это не точно. Все, минус реген как 100. Так, и попытаемся сейчас чисто от шипов выдать. Я он не... Он понял уже, наверное. Да, он все понял. И теперь мы просто будем бегать. Как бы... Да. Но пока что вроде как все ок. Как ты по мне попал? Ты ч... Как? Он попал по мне с данного расстояния. Я этого не знаю. Ну, давайте просто чисто... О, мы попали как-то тоже с данного расстояния. И он по мне попал как-то с данного расстояния. Ах, карма. Пытаемся что-то ему выдать. На! Понял, как нужно правильно выдавать. Он хорошо прицеливается. Есть! Мы победили! И прям урон какой-то жесткий, у меня на 30 урона больше. Но это потные катки. Вот. Ну и сейчас у нас будут ифриты. Давайте мы сейчас улучшим броню. Вот так и на вот такой вот левел полностью. И сейчас у нас будут опять же ифриты, как я уже и сказал. Давайте мы пьем зелье регенерации. Я, наверное, поставлю на паузу. Не, ну огнестойкость, оп, типа, да. Но я не думаю, что мне прям очень сильно оно пригодится. И сейчас у нас будут пауки. Ах, да, пауки. Ну, у меня броня плюс-минус неплохая. Хотя у меня в обычных катках уже тут давно за 6, и меч довольно-таки неплохой. У меня в этом случае лук на мощь 6. Он как бы тоже качает лук. У него, кстати, ботинки не прокачанные. Это круто. Так, пьем зелье регенерации. Отходим, кидаем, кидаем. Юзаем шипы, юзаем медас и поехали. Ах, ну давайте попробуйте. Максимально, короче, снести нужно им хп. В плане того, чтобы от шипов. Все, теперь нам нужно отбегать, потому что они прям жестко дамажат. И посмотрите на их хп. Просто посмотрите, как мне их вырубать. А? Я за 2 захода максимум их вырублю. Точнее, минимум, не максимум. Но все равно. Хотя бы с другой стороны мы сносим по 15 хп. Это вроде как тоже нормальное значение, но у них так-то и хп с того момента, когда мы с ним в последний раз как бы стрелялись, намного было меньше. Ох, это... Теперь мне приходится вот так вот как-то их пытаться убивать. Я не удивлюсь, если я сейчас потеряю жизнь. Именно сейчас. Перезарядка 7 секунд. 7 секунд. Видите, да? Их... Это что за скорость? Пофиксите эту скорость. Просто пофиксите эту скорость. И эту скорость нужно фиксить. Ну, видели, как она как бы бегали? Это ненормально. И реально что-то нужно делать с пауками. А то они как бы подходят человеке, и потом, когда они не ударятся, они почему-то телепортируются куда-то в другое место. Это странно, и это реально нужно фиксить. Типа, вот в подобных моментах это жестко решает. Мы против Моисея опять. Опять Моисей. У тебя какой лук? М? У тебя лук... На мощь 5. Ну, у нас на мощь 6. Хотя бы что там. Берем книгу. И поехали. Поехали, что-то ему попытаемся на самом-таки деле сотворить. Опа. Так. Пьем также огнестойкость. Все, чтобы вдруг чего? Вдруг, если мы попадем в лаву, то мы могли отсюда выбраться или же хотя бы не чувствовать урона от лавы. Да нет! Нет, все, минус я. Минус я. Как тут выигрывать, я не знаю. Все, он тоже заюзал шипы. При этом я... Да. А, вот сейчас как он ко мне попал? М? Вот еще кто-то говорит то, что, мол, я хорошего с лука типа играю. А вот видите, как он играет. Я уверен, что как бы он продлился бы намного дольше, нежели я. Вот. Кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях слово «лава». Вот.
Потому что я хочу реально узнать, кто смотрит подобные моменты чисто. Если кто-то реально смотрит, я буду удивлен реально. Ибо, ну, кто досмотрел реально, ну, это жестко же. Я думаю, никто. Вот. Но, скорее всего, вы смотрите на X2 скорости, потому что смотреть это на X1 скорости я бы даже сам, ну, типа, не смотрел. Хоть это и собственное видео, типа, понимаете, да? Но даже я бы подобное, типа, не смотрел. Не на X2. Так. Накидываем, пытаемся накидывать урон. Чисто по урону пытаемся что-то сделать. Хотя, скорее всего, у него больше урона, нежели у меня. На. Нет, нет, не сегодня. И не завтра, нет, минус регенка, куда? Остается у нас 1 минута. И если что, то полный таймер для дуэлей это 3 минуты. Вот. И вообще для раунда. Давайте мы сейчас попытаемся от шипов сыграть. Я по нему чисто не... Вот видите, как я не, по нему не попадаю? Это гениально. Так. Сюда вот телепортируемся, так скажем. Хотя мы не телепортировались. И кидаем по нему. Мы должны... Он очень хорошо играет. Прям очень. Прям слишком хорошо. Для себя. Не, ну мы вроде как сейчас неплохо нанесли по нему прям урона. Да, одна жизнь его остается. Одна жизнь. Если мы еще раз его побеждаем так же, то выходит, что как бы время. Ну да, время. И что выходит, у него как бы начинается проклятие, и мы сможем все же победить. Ну посмотрим, у нас сейчас две жизни, у него одна. Если я сейчас реально победю, то это что-то на уровне невозможного, и это как будто у меня выпала легендарка Brawl Stars. Ну, это типа сравнение шансов. То есть, если меня, ну, как бы, я думаю, вы сами все понимаете, да? Хотя я только, считай, первый сундук открыл, короче, сразу же с него выпадает легендарка. Это тот же самый шанс, если что. Моей победы, прям-таки сейчас. На, кидаем, так, и начинаем как бы что-то с ними делать, да? Ах, ну пытаемся, как минимум. Да, все. У нас кончается. Ну, хотя бы как-то мы их продамажили. Остаются 2 мишки с 50 хп. Думаю, мы с ними справимся. Ну вот, не с таким справлялись, так скажем. Вот. Это же просто самые обычные мишки. Е! Нам выпала, кстати, книга урона, неплохо. Так, выбор вещей. Давайте мы ничего не выберем. Вот. Так, давайте это поменяем местами. Это тоже и вот сюда вот. Что-то зельги какие-то немного багнутые. Они постоянно меняются местами. Вот. Я иногда боюсь то, что я просто как-то не записываю подобные моменты. И как бы у меня запись просто не идет. И это был бы кринж. Вот. Давайте купим книгу урона. Вот. И сейчас у нас будут опять же пауки. Пьем зельку регена. Пауки это довольно-таки жесткие ребята. Вот. Юзаем, естественно, все. И на... Ай, опять... На... А, кстати, я их пью по 7,5 урона. Это намного же выгоднее, лол. Типа, серьезно? По 7,5 урона это намного выгоднее, чем стрелять с лука по 15. Как минимум, вблизи. Давайте отбежим. И начнем стрелять. Ну, видите, по 18 урона. Так я им наношу по 7, по 7,5. Как бы, да? Хотя с другой стороны как бы нет. Ладно, в принципе все равно, как я понял. Ах, ладно, даже 20 урона нанес, ничего себе. Видали просто, как я. Но тут нужно дожидаться второго, дожидания раунда. Вот, и как-то держаться потом после этого, чтобы они меня не убили. На. Минусуем. Пытаемся минусовать. Сколько там? 7 секунд. 7 секунд продержаться. Я думаю, мы сможем. Надеюсь, скорее всего. Так, ты активировал шипы. Кидаем и добиваем. На, все, мы смогли.
40-й раунд чешуни, если у нас сейчас против дуэль против Моисея. Мы тут должны. Мы обязаны. Я не знаю, если мы сейчас не затащим, то это минус сказка. Ну, мы к этому долго шли. И если мы сейчас проиграем, то, ну, как минимум, ну, да, будет плохо, но, думаю, сильно так я не расстроюсь, вот. Но, тем не менее, лучше победить, вот. Хотя, как бы, у меня вроде как и лук лучше, поэтому у меня чисто вещи на этот раз уже реально лучше, вот. Так как у меня есть и лук, и книги урона. У него лук немного хуже прокачанный, и книга урона намного меньше. Ну, кстати, мы сносим по 7,5 урона. Это вроде как неплохо. Вот, но тем не менее, не нужно расслабляться, потому что как-никак он может нас все еще затащить, по факту. Так, накидываем по нему урон, как всегда. Так, пытаемся отыграть от шипов. Вот, укорачиваем расстояние, чтобы не уворачивайся, мужик. Понял, принял, не осознал. Так, бежим вот сюда вот. Он за мной бежит. Мол, серьезно? А, нет, все, перестал бежать. Пытаемся накинуть по нему урон. Так, хорошо. Он укорачивает расстояние, пытается как бы немного, скорее всего, побить меня мечом. Ок. Но знает то, что это проигрышная ситуация, если он попадет по мой арт-обстрел, так скажем. Но это не арт-обстрел, это лук-расстрел. Ну ок. Пытаемся. Он хорошо целится. Вот, я могу его похвалить насчет навычек стреляния с лука. Вообще реально крутой пацан. Просто уважение, что ты мне не поддаешься. Скорее всего. Но я не вижу просто поддаваний. Как минимум. Вот, если бы мне кто-то поддавался, то, блин, это было бы как-то странно. То, что я... Это как бы можно было уже назвать недействительным. А, он по мне попал. Молодец. Эй, нет, ну я как бы по нему тоже попал, но я боюсь то, что я сейчас могу проигрывать по урону уже. Начинать. Нет, мужик, не надо, дядя. Китай, скорее всего, уже час записи идут. Уже часы прям. Понимаете, в чем дело? Вот. Кто-то может зайти. О, типа, новое видео, круто. Зайдет, а тут час видео. Капец, блин, все, не буду его смотреть. У меня сама лично, ну, типа, я не знаю, я лучше там... Что-то сделаю, нежели буду смотреть это видео. Ну, как-то так. Лучше посмотрю, знаете, типа, 60 видео в ТикТоке, чем одно видео твое, типа, ну. Что-то типа такого. Так. 8 урона, вы прикиньте, 7,1, ну это тоже неплохо. Так, у него уже 30%, минус 30% ко всему насчет мобов. Это круто, и сейчас будут скелеты, я не думаю, что он на них сольется. Да. Ок, в принципе. По прокачке, я думаю, ничего. Не спать, правда, ты и выиграл бы. Нет, не надо! Не надо! Пыш! Вот, доиграем. Я не хочу, чтобы он ливал. Блин. Я не хочу. Это будет, ну, как бы... Ну, я бы это не засчитал. Понимаете, в чем дело? Блин, я случайно это сделал. Я случайно. Мискликнул. Есть. Мы его как бы хоть и завершили, но... Ладно. Так, выбор предметов. Берем вообще любо. Что? И у нас сейчас будут ифриты. Вроде как он ок, типа, сказал, но... Ладно. Давайте мы сейчас купим... Книгу урона. Вот. И сейчас будем против ифритов гоняться. Кстати, подождите, у меня прокачка же лука. Не, 2700. Вообще невыгодно. Ну, тогда мы сейчас будем пить зелье регенерации и уже бить ифритов.
У нас сейчас будет босс. Это финал, скорее всего. Или же он, или же я. Ох, у нас шансы равны. У него минус 30%, но у него есть меч. У меня только лук. Ну, хотя у меня две жизни, с другой стороны. Но эти жизни, я думаю, ничего не сделать. Я дальше этого босса не проходил. Да, я не думаю, что пройдешь, но все возможно. Однако. Покупаем книгу. Хотя, скорее всего, нужно было прокачивать броню. Ладно. Пьем зелье регенерации. Кидаем. Кидаем. Юзаем. Начинаем. Так, минус 16 рукой. И минус 9. Поехали. А нет, минус 9 рукой. Ладно, пытаемся хотя бы что-то сделать. Любом вообще. Это, в принципе, сильно так ничего не решит. Опа, все. Начинаем. Расстрел. Расстрел! Так, нам нужно жить. Вот. Как бы, я думаю, он это тоже понимает, то, что ему нужно жить. Блин, он меня подкинул, хотя с другой стороны... А, все. Я не думаю, что он поддавался, потому что у него минус 30 было процентов к урону и все дела. Пока. Ну ладно, спасибо за игру. В итоге, мы выиграли за класс лучник, играя только луком. Это лайк с вас, обязательно просто. Это никто вообще, я не думаю, что по такой хардкорности вообще кто-то записывал видео. Вообще, ну, в принципе. Хотя, могу, ну, там, с Java, но вот сравните мне вообще видео на Bedrock подобные. Вот, я просто таких, ну, в принципе, еще не знал. Если скинете что-то типа подобное, то, в принципе, ок. Но, возможно, даже это самый жесткий челлендж в истории Кристалликса. Пока что, на этом время. На самом деле был я, меня зовут Dante700, подписывайтесь, ставьте лайк, вот. Также у меня есть плейлист по мини-играм, можете также пересмотреть, там много других мини-игр записано уже на моем канале. Все, всем удачи и всем пока, ребята. Кстати, вот заходите на Кристаллис, IP-порт, как всегда, в описании, группа ВК тоже есть в описании, ну и сайт, конечно же, прилагается. Все, пока.